напротив базы Корабыл. Вон она перед нами. Тут платная стоянка для автотранспорта, кто приехал. А напротив база отдыха Лазурный. Зайдем и посмотрим. Есть места. Встречает нас кафе и магазин. Здесь можно приготовить еду по заказу. И сразу же вот мои друзья и сразу же нас встречает площадка для детей. Вот. Что в качестве прыгалки используете? Да? Ноги после пляжа можно помыть здесь. Вся база отдыха состоит из частных домиков разной комфортности и разного уровня. Вот, начинается вот с таких домиков. Есть домики без удобств. Сейчас я вам покажу, дети. Это я говорю своим детям. Но везде столики, лавочки на улице. Рядышком примыкает другая база отдыха. Я вам уже показывала ее. А здесь вот домики, вот эти без удобств. Смотрю, через окно тут даже есть газовая или электрическая газовая плита. Можно самим готовить. А вот и общая кухня. Вот в этом здании с 7 до 22. Ну, а я сразу скажу, что мы пожили 3 дня в Корабыле. Места у нас были заказаны только на 3 дня. Далее нам нужно было съехать. И мы сняли домик вот на этой базе отдыха. Поэтому ждите обзора номера. А далее вот такие уже комфортабельные деревянные дома. Немножко старого типа. Пройдемся по аллейкам. Используются солнечные батареи. Вон моя молодежь уже зашла в домик. Сами открыли дверь. Вот это наш домик, который мы сняли. Пройдемся до конца по этой тропинке. Очень удобные, комфортабельные домики. Теплые, пахнет деревом. Именно в том, в котором мы проживаем. Про другие сказать ничего не могу. Разноплановые. Опять же, плодовые деревья на территории. Прачечная работает.
Туалет, у кого неудобств. Отдыхающие прогуливаются. Около нашего дома тоже такой стоял подсолнух, но от ветров он обломился. Было так красиво. Получается, что наша база, на которой мы сейчас проживаем, совсем небольшая. Вот по параллельной по тропинке иду к нашему дому. И это все расстояние. Вот там вот домики без удобств. Далеки. Это вот уже нашего типа дома. Деревья уже желтые. Как мне кажется. А вот и наш подсолнух красивый, который обломился. И мы подходим к своему номеру. Так, в следующее видео ждите обзор нашего домика, нашего номера.